Валя, вставай, машина внизу, через 20 минут концерт, слышишь? Вставай! Я не могу. Почему? Умираю. Ничего, ничего, вот выступишь, а потом умирай сколько хочешь. Валя, ты что? Все билеты проданы, нельзя отменить. Он не может, у него действительно жар. Я простудился. Я час шел под дождем. Зачем? Зачем? Я представлял людей. Каких людей? Женихов. То вы мебель переставляете, то людей. Так, вы как думаете, зачем я с вами езжу? Вот я езжу, чтобы делать свое дело, а ты должен делать свое дело, и поэтому давай, вставай, одевайся. Я болен. Я упаду на сцене. Ничего. Песня поднимет, песня вылечит. Тома. Давай, Тома. Валентин Николаевич. Валентин Николаевич, вспомните Камчатку. Вдохнули глубоко. Так, 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 Валечка, Райзи, Валечка, жить. Валя! Валентин, не надо больше. Не надо. Иду! Грустно почему-то стало вдруг. Я открываю старый дедушкин сундук. Дед говорил мне часто, что не каждый день к нам приходит счастье. И сундук мне этот вручая дал он вот какой совет: горе придет, смотри, не унывай, не унывай. Горе в сундук, ну, слава богу, ужин. Вот, потому что у него талант сильнее, чем плоть. Этим отличается художник от остальных. Тома, Тома, слова, слова, все, слов много, знаешь. Так всю жизнь не будешь разговаривать. Жизни немало было разных туч и юг, но до сих пор я не использовал сундук. Нет, сберегу-ка лучше дедушкин сундук. Я на крайний случай, если уж совсем мне придется туго, выполню совет. Горе придет, смотри, не унывай, не унывай. Горе в сундук запри, ключ потеряй. Случилась мысль о том, что есть сундук, мне помогает в трудный час, как верный друг. Но плакать смысла нет вам, если сундука не оставил дед вам. Справиться и так с горем можно, только надо повторять. Горе придет, смотри, не унывай, не унывай. Горе в сундук запри, ключ потеряй. Горе придет, смотри, не унывай, не унывай.